Всем привет, ты с вами канал Анна. У нас 15 мая 2021 года. Вы не представляете, все просто цветет. На улице выходишь и ощущаешь запахи, ароматы деревьев, цветущих, цветов. Они везде, в каждом углу, в каждый двор заходишь. То рябинка цветет, черемуха, сирень, там тюльпаны, шиповник. И вообще, не знаю, это что-то нереальное. Первый раз в жизни такое я почувствовала. Никогда не чувствовала ароматы, запахи на улице. Вот когда понюхаешь цветочек, да, чувствуешь. А так до этого никогда в жизни. Но именно вот в этом году что-то такое необыкновенное. Сирень прям вообще разнообразная. И темно-фиолетовый, светло-фиолетовый. И цветут какие-то разные цветы, непонятные, и их куча. И все это происходит, представляете, 15 мая. 15-го. Ну, не знаю, просто обалдеть. Обычно вспомнишь 15 мая, но это, не знаю, ну это холод какой-то, это что-то другое. А здесь все цветет, и очень красиво. Наслаждайтесь, слушайте, с вами мой канал Артмай. Thank you.